Здравствуйте! С вами программа «Делай деньги» и я, Александр Колесниченко. Хозяйки давно оценили преимущества посуды с тефлоновым покрытием, которое обладает антипригарными свойствами именно благодаря тефлону. Химик Рой Планкетт в 1938 году проводил эксперименты и случайно открыл новое вещество – тефлон. Материал оказался очень прочным и скользким. Сначала тефлон использовался в ракетостроении, но известность этому материалу принесло производство антипригарных покрытий для сковородок. В 1945 году французский физик Марк Гренуар нанес тефлон на обычную кухонную сковороду и вскоре получил патент на выпуск посуды с тефлоновым покрытием. В 1956 году Марк Гренуар стал создателем компании Tefal, которая до сих пор лидирует среди самых известных производителей посуды с антипригарным покрытием. Депозит – це грошові кошти в банках. Депозитами є цінні папери та грошові кошти, що передаються на зберігання в кредитну установу. Депозит є одним із способів зберігання коштів від інфляції. Як правило, відсотки по депозитах є вищими за відсотки від інфляції. Чим стабільнішою є валюта, тим нижчими є відсотки по депозитах. Інвестиції – це всі види майнових або інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької або інших видів діяльності з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту. Универсальные спортивные гантели для спортзала и дома. Это ноу-хау может заменить несколько спортивных снарядов и тренажеров. От обычных они отличаются своим видом и областью применения. Magnetic Dumbbell крепятся к рукам и представляют собой магниты весом до 24 кг. Вес гантелей настраивается индивидуально. Это позволяет контролировать нагрузку при тренировках в зависимости от возможностей и потребностей каждого человека. Их удобно хранить и легко перевозить, поскольку они занимают совсем мало места. Шоколад, заменяющий ботокс. На самом деле, это оригинальная пиар-акция шоколадной фабрики из города Блумсбери. Изготовители сделали упаковку из шоколада такую же, как у медицинского препарата, разглаживающего морщины. На обертке и пачке шоколадной плитки были написаны инструкция и рецепт лекарства с уточнением в конце текста «Способ приема». Не принимать серьезно. Таким образом, благодаря оригинальной рекламной задумке продавался обычный шоколад. Хотя резон в том, что шоколад разглаживает морщины, все же есть. Диетологи утверждают, содержащиеся в нем антиоксиданты замедляют старение. Робот-хомячок для сельского хозяйства. Это небольшое шарообразное устройство, юркое, как живой хомяк. Росфэр свободно передвигается по полям любого рельефа и по посевам сельскохозяйственных культур. Робот-хомячок может быть глазами фермера. Бегая по грядкам, он собирает информацию о состоянии посевов, о вредителях и спелости плодов. И это лишь основные функции, которые робот может выполнять. В робота встроена система спутниковой навигации, интегрированный компьютер, инновационный механизм передвижения сразу в нескольких плоскостях. Контролировать робота-хомяка можно при помощи обычного стационарного компьютера. Бутылка для опреснения морской воды. Экологи уверяют, с каждым годом запасы пресной воды на планете уменьшаются. Возможно, эта проблема стала толчком для изобретения бутылки Пьюри, которая при помощи явления обратного осмоса опресняет морскую воду. Ее нужно всего лишь залить в бутылку и запустить процесс очистки. Необходимость и актуальность этого гаджета оценили на ежегодной конференции Idea Design Awards в 2013 году, где его разработчики получили несколько наград. Партнер программы – Харківський інститут фінансів. Представляю гостя – Константин Сердюков, директор Харківського інституту фінансів. Никогда не понимал, расскажи мне, чем отличается бухгалтер от экономиста? Бухгалтер, он отражает в статистике учитывает мою бурную деятельность. То, что я уже как экономист спланировал и осуществил. Это отражающая система. Книги доходов, расходов, ну, разбухи. Фактически записано, что я потратил постатейно. Разбрасывает это по статьям. Это постатейно вот такие статьи то у меня. Расходы, вот такие статьи доходов. Совершенно верно. На основании этого формируется отчетность. А вот исходя из отчетности, нужно принять решение, а что делать дальше. Вот тут садится экономист. Хороший финансист, который уже владеет управленческим учетом, финансовым учетом, финансовой аналитикой. Говорит, да не, ребят, мы тут слишком много потратили на основные производственные фонды. Нам нужно части сократить, нам нужно автоматизировать вот эту технологическую линию.
и предлагает модель расхода следующую. Кого готовит ваш институт? И тех, и тех, и других. Да. Поскольку требуется и отражение системы доходов-расходов, и управление ею. Но бухгалтер, отсутствие экономиста, сам может быть оптимизатором. Хороший бухгалтер, он финансовый аналитик. И он говорит, да что ж мы тут с вами натворили. И предлагают директору какую-то оптимизационную модель, инвестиционную модель. Вот, это хороший бухгалтер. Давай. А вот бухгалтер-счетовод, Водруба, классический, он сегодня уже... Он не нужен. Кто сегодня более востребован? Экономисты или бухгалтера? Бухгалтер. Потому что бухгалтер может совместить в себе функции и финансиста, и бухгалтера. А финансист... Экономист. Ну, экономист, да, возьмем, экономист. Вот, должен проявить свою личную волю для того, чтобы еще заниматься бухгалтерией. В малом и среднем бизнесе очень большая роскошь содержать и экономиста, и финансового аналитика, и бухгалтера. Поэтому очень часто эту функцию доверяют, делегируют одному человеку для экономии средств. А иногда всем этим занимается в малом и среднем бизнесе один человек, это собственник. Нажить много денег – храбрость, сохранить мудрость, расходовать – искусство. Мы уходим на рекламу. Пусть это странная любовь, я знаю, что ты лучше всех, женщина любимая. Для вас, любимые, 21 марта, киноконцертный зал «Украина», народный артист Украины Павел Зебров с долгожданным концертом в Харькове, любимые хиты и новые композиции. Заказ билетов по телефону 097-02-10-605. Так и ша, никуда на поезд спешить не надо. Одесса придет к вам сама, если вы посетите старое фотоателье Соломона Герцена. Он расскажет вам за жизнь и за Одессу. В лирической комедии «Вы меня улыбнули», по рассказам коренного одессита Сашки Берштейна. Мы так и ждем вас в Доме актера. Билеты там же, в кассе. Так и ради бога, не опаздывайте. И будьте нам здоровы. Сегодня становится модным ведение бухгалтерии на удаленке. Как это называется вашими финансовыми терминами? Бухгалтерский аутсорсинг. Вот. Я не хочу вообще заниматься бухгалтерией. Более того, не хочу брать на себя ответственность за то, что я делаю, потому что меня спрашивают государство. Потому что по законодательству, получается, я отдаю, и вы отвечаете. Вот, допустим, вы ведете. Договор. Да? Вот я делегирую свою функцию с вытекающей ответственностью, хотя частично я полностью не могу переложить ответственность. А что можно переложить сейчас на удаленного бухгалтера? Выполнение абсолютно всех бухгалтерских функций. Но я как руководитель, в таком случае бухгалтера уже нет, и бухгалтер ответственность не несет. Но как руководитель я все равно несу ответственность за... Ну, в данном случае это ответственность уже правильный выбор партнера. Если я выбираю аутсорсера с именем, с репутацией, с историей на рынке, ну, как бы риски минимальны. Но все равно, в случае чего, спросят с меня, ты директор, куда ты смотрел, кого ты выбрал, кому ты отдал свою бухгалтерию. Не раз приходилось слышать, что в Харьковском институте финансов самый большой процент выпускников, работающих по специальности. Больше, чем... Это факт, мы этим гордимся, у нас действительно подавляющее большинство выпускников идет работать по специальности. Но, правда, они сразу взлетают высоко. Институт ориентирован был на подготовку специалиста для финансовой сферы. Налоговый, КРУ, финспекции. И эта тенденция сохранилась. Поэтому многие начинают на первой ступенечке управления государственными финансами. Да? Они проходят там стажировку, потом их забирают на работу. Но сейчас все больше такая уже тенденция сложилась, все больше процент идут в бизнес. В банковских сферах наберет наших выпускников. Но уровень подготовки неплохо, мы стараемся. Я не хочу сказать, что в других экономических вузах он ниже. Ну, каждый отвечает за свой участок. Нет, мне нравится у тебя, что вот ты занимаешься финансами, так скажем, да? Вот ты и занимаешься финансами. Потому что когда есть институты, так сказать, которые готовят всех, вот весь перечень профессий по КЗОТу. Вот, и ты думаешь, как у них хватает энергии, вот. Саш, я тебе больше скажу, мы плохо занимаемся финансами, потому что на сегодняшний день нужно готовить специалистов широчайшего профиля для депозитарного рынка, андеррайдеров, брокеров, вот, дилеров, для рынка небанковских страховых услуг, оценщиков профессиональных. Мы не готовим, потому что будем готовить. Потому что к этому готовить, да? Поэтому задача образования – подготовить достаточно универсального финансиста,
который в случае необходимости может освоить систему, профессиональную систему в области биржевой торговли, фондовой биржевой торговли, независимой оценки, актуарных расчетов, небанковских финансовых услуг. Вот в чем наша задача – дать базу, дать платформу. Скажите, пожалуйста, за границу отправляем на стажировку студентов? Помогаем. Но помогаем персонально. Решил человек, нашел персонально, себе там персонально где-то в польский университет поехать. Мы помогаем ему… На стажировку. Формируем под него там индивидуальный график, учебной сдачи, сессии. То есть не ставим палки в колеса, mm-hmm. ни в коем случае. Но инициатива и организация исходит от студента. Mm-hmm. А есть программы, которые исходят от вуза. И вот сейчас над этими mm-hmm. программами работаем. Тяжелый процесс. Я думал, что все это будет проще. Вот это очень непростой и тяжелый процесс. А почему? Потому что студент, ну, у нас в основном не богат. У нас свой континент сложился. Давай, а любые образовательные западные программы, они не дешевые. И надо найти такой вариант, который бы позволил нашему студенту найти деньги для того. Всегда это обязательно связано с деньгами. Я не могу не спросить, как ты видишь перспективы своего вуза? На самом деле пути два. Есть экстенсивный путь развития. Больше студентов, больше учебных корпусов, больше общежитий. А значит, обеспечение некой финансовой стабильности, брендовости, узнаваемости. Есть другой путь интенсификации. То есть мы сохраняем те фонды, которые есть, сохраняем лицензионный объем, но повышаем качество образования, расширяем количество международных программ, расширяем количество сертифицированных, каких-то лицензированных специальностей. Мы выбрали интенсивный путь развития. Но есть много очень университетов, которые предлагают большой спектр выбор специальностей, большое количество мест для студентов. Мы не можем конкурировать. Мы не станем уже крупным университетом. Мы все-таки хотели бы быть высшим учебным заведением, которое готовит узнаваемых специалистов, узнаваемых по качеству образования. Спасибо. Это был Константин Сердюков, директор Харьковского института финансов. А мы продолжаем. Алексей Алчевский, харьковский купец первой гильдии, основоположник угольной и металлургической промышленности Украины. Начинал бизнес в 1860 году с небольшого чайного магазинчика в Харькове. На первое сбережение организовал общество взаимного кредита, одно из первых в Харькове. Несколько десятков пайщиков объединили взносы с целью кредитования собственных проектов под доступные проценты. В 1868 году Алчевский создал первое в истории России частное акционерное предприятие – банк коммерческого кредита, затем Харьковский торговый банк и Харьковский земельный банк. Но деньги никогда не были целью Алексея Алчевского. Успехи в банковской сфере вдохновили его стать промышленником. Вместе с партнером Алексей Алчевский создает в 1875 году Алексеевское горнопромышленное общество. Собственный завод полного металлургического цикла в Юрьевке, который был одним из лучших предприятий Юга России, Алчевский построил без помощи иностранного капитала. Работников завода он обеспечивал жильем, бараки для рабочих, четырехквартирные дома для инженеров. Предоставил им бесплатное медицинское обслуживание, организовал учебу в школе. К 1900 году Алексеевское общество стало третьим по величине в России, добывая по 45 тысяч пудов угля в год. Благодаря компании Алчевского к концу 19-го столетия Донбасс превзошел Урал по производству металла. Грошовий монетарний ринок – це система економічних відносин з приводу формування попиту та пропозиції на специфічний товар гроші та їх взаємне врівноваження. Емітенти – це держава, підприємства, установи та організації, які випускають в обіг грошові знаки, цінні папери та платіжно-розрахункові документи. Стів Джобс – хіппі на мільярд доларів. В фильме «Друг Стива Джобса» и второй основатель компании Apple Стив Возняк рассказывает о создателе яблока, о том, какой он был на самом деле и что помогло ему достичь успеха. Уоррен Баффет. Уоррен Баффет Revealed. Уоррен Баффет считается одним из главных инвесторов в мире, а его методы ведения бизнеса – руководство к действию для многих успешных бизнесменов. В 2013 году Уоррен Баффет побывал в Украине. Слушая рассказы алчевского таксиста о том, как трудно реализовать какие-либо бизнес-идеи в стране, Уоррен предложил инвестировать в его бизнес и подарил мужчине 100 тысяч долларов на покупку нового автомобиля. Билл Гейтс. Как чудак изменил мир.
один из самых богатых и успешных людей в мире, делится в фильме взглядами на жизнь и открывает секреты своего успеха. «Мальчики Google» – это фильм о создании поисковой системы Google, о людях, которые работали и работают над тем, чтобы она оставалась лидером в своей нише. Он сделан так, что его будет интересно посмотреть не только любителям высоких технологий, но и обычным киноманам и бизнесменам в качестве вдохновения. «Форд. Человек и машина». Фильм о человеке, воплотившем американскую мечту, о его нелегкой дороге к ней, конфликтах с семьей и самим собой, о его неоднозначной общественной деятельности и гениальных автомобильных разработках. Великий падишах хотел выбрать наследника из трех своих сыновей. Трудная задача, ведь все они были разумными и храбрыми. Падишах посоветовался с мудрецом, и тот подсказал ему идею. Властитель попросил сыновей прийти к нему. Дал каждому мешочек цветочных семян и сказал, что ему нужно совершить паломничество. Оно займет несколько лет. 2-3 года, может больше. Это испытание для вас. Семена вы отдадите мне, когда я вернусь. И тот, кто лучше сохранит их, станет моим наследником. И падишах отправился в странствие. Первый сын подумал, что мне делать с семенами? Лучше подержу их в железном сейфе. Когда отец вернется, они будут такими, как были. Второй сын подумал, если я буду хранить их, как это делает мой брат, они умрут. А мертвые семена вообще не семена. Я пойду на рынок, продам их и получу деньги. И когда вернется отец, я куплю новые семена и отдам их отцу даже в лучшем виде, чем они были до того. А третий сын пошел в сад и высыпал семена повсюду, где только было свободное место. Через 3 года, когда падишах вернулся, первый сын открыл свой сейф, семена засохли и умерли. Отец сказал, «Что это? Разве эти семена я дал тебе? Они должны быть способны расцвести, а эти давно засохли. Это не мои семена. Ты слишком материалист». Второй сын бросился в магазин, купил семян, вернулся домой и преподнес их отцу. Падишах ответил, «Но они не те же самые. Твоя мысль лучше, но все же изворотливость – это не та черта, которую я хотел бы в тебе видеть. Ты слишком хитер». А третий сын повел отца в сад, где благоухали миллионы цветов. И сын сказал, «Как только они созреют, я соберу их и верну тебе». Отец сказал, «Ты мой наследник. Вот так и нужно поступать с семенами». Социальная кредитная сеть «Вебтрансфер». Справки по телефону +38 098 412 11 14. Присоединяйтесь! К отелю, где остановился президент, стянуты многочисленные силы полиции. Район патрулирует бронетехника и бойцы спецподразделений. На крышах дежурят снайперы. Кинологи с собаками на всех прилегающих. Ну как дети? Эти беспрецедентные меры. Чего ж так сложно? Тревожная кнопка от охранного агентства «Бастион Сервис» обеспечит здоровый сон и сохранность имущества. Подробнее об услуге на «Бастион Сервис» Харьков.ua. Березівські мінеральні води – найкраще лікування сахарного діабету та органів травлення унікальною залізовмісною мінеральною водою власного родовища. Приїздіть до тихого куточку Харківщини. В следующем выпуске программы «История бизнеса и идеи бизнеса», интересные новости из мира бизнеса, гости в студии, финансовый глоссарий, поучительные притчи от Владимира Давыдова. С вами была программа «Делай деньги» с Александром Колесниченко. Время принадлежит вам, а не вы времени. Оставайтесь с нами. Удачи!